Олег, по маслу скажи. Желательно, если что начал лить, то и лить. Если предлагают другую марку, но с той же самой вязкостью. Не менять производителя, да? Бензиновый. Так, это масляный фильтр, да? Да. На 20 тысячах. Это оригинал оно идет, ну, его. Масляный поставок через каждый, на каждом ТО меняется. Ну да. Топливный. Топливный тоже на каждом. Или? Через ТО. Через ТО. Да. Воздушный. Салон. Это все его родные, не заменители, да. Ничего, не, да? Не, это все. Оригинал. Угу. Заменители какие-то ты ставил, салонные там или еще до этого не доходили? Пока все оригинал, да? И это масло, то, что сразу начали лить. 5W40 это его вязкость двухлитрового, да? А на 1.5 5W30, кажется, лит. Защита на пистонах, да, на каких-то держится? На, да, защелках? На нескольких пистонах и на болтах. Где здесь обратка? А пластиковая трубка идет? Или металлическая, или какая? Не, ну она металлическая с пластиком. Тут уже пластик, что там до всего металла сегодня. Даже если лопается в этом районе от мороза что-то, как на F7 в России, что может загореться? От чего может загореться? А вот ты ж по сигнализациям тоже грешат на то, что кривая установка мастера в сигнализации автозапуска. Что оно может здесь вызвать воспламенение, скажи? Разница, можно так само с ключа, если ты завистый, это разница. И ехать, да? И оно загорится. В чем причина? Хорошо, а что же оно именно на месте, вот тут именно загоралось? При автозапуске. Я думаю, оно питал бы загорелось, когда заводил. Если там что-то не случится. Почему бы автозапуск сюда, до бак? То есть автозапуск и сигнализация не может быть причиной, да?
Олег, а ну скажи, все моторы вот так в пыли на хундаях, на новых? Пылесосы все такие, да? Чистый фильтр. А, не, сыпется прямо с него песок. Ой-ой-ой, 20 тысяч, дышим не очень свежим воздухом. Вот салонный фильтр. Я думаю, менять нужно его почаще. Это родной. Раз в 20 тысяч. Вот я его сейчас заменил за 20 тысяч. Наверное, надо раз в 10 тысяч, да, менять? Да. По регламенту замена свечей, да, в 20 тысяч. Это они, как производители, ну, требуют. Да. Хундаях, например, через 30. Но в основном люди, смотрю, проверяют, смотрят, осматривают свечи и назад, да? Покажем. Надо и менять. МЖК у них идет впереди. Да. Что ты скажешь по состоянию? Я думаю, что на 10 тысяч выходит легко. Да, горит нормально, да, топливо, вот топливо многие судят по свечам. Что ты скажешь по топливу? Хорошее. Нормальное, да? Коричневое сначала, хорошо работает. Типичного цвета. ТО 20 тысяч закончено, отметка сервисной книжки стоит. Третье ТО за жизнь данного автомобиля, следующее ТО на 30 тысячах. Ну и стоимость по работам. По регламенту заявляют производители со слов работников станции, что требуется замена свечей. Свечи дорогие на ховал, около 3 с чем-то тысяч. То есть общая сумма получилась, если и со свечами с заменой, около 10 тысяч. ТО 20 тысяч. По ценам можете посмотреть. Но сразу скажу, что цены могут отличаться от города, там, где вы делали, от региона. В связи с чем это связано, я не знаю. Но вот мое ТО обошлось мне
вот во столько. По моему мнению, можно было заменить и свечи, но нет гарантии, что свечи будут работать лучше, чем вот эти установленные, которые с завода. По состоянию свечам еще работать и работать. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь в группу в Телеграме. По Ховалу специально создана группа H6. Общаются владельцы, будущие владельцы, заходят, узнают информацию, как, что. Ну и там владельцы авто всю правду пишут по состоянию, по пробегу данных автомобилей, что ломается, что не нравится, что нравится, по ТО, как они проводят, где, сколько им обходится. То есть там вся правдивая информация по данным автомобилям, которую вы можете узнать. Особенно если вы хотите приобрести данное авто, но какие-то у вас еще возникают сомнения. Ссылку оставляю, переходите, присоединяйтесь. На сегодня все. Всем удачи и до следующих видео.